Hi there! Меня зовут Юля, и сегодня Егор пригласил меня в ресторан. Но не просто так. А чтобы помочь вам, дорогие зрители, выучить необходимые фразы на английском для подобной ситуации за границей. Это шоу «Прогульщики» на канале Puzzle English. Подписывайтесь и не забывайте ставить лайк. Let's go! Это очень популярное заведение, особенно среди молодежи. Поэтому я забронировал столик заранее. Правильно, а то бы мы и не нашли бы места. Good evening. I have booked a table for two. Вы не ослышались. Booked. И это несуществительное в значении книга. Глагол to book значит бронировать, резервировать. A table for two переводится как столик на двоих. Are you ready to order, Julia? Not yet. What would you recommend? Обычно are you ready to order можно услышать от официанта. На русском это звучит как вы готовы сделать заказ? Юля спрашивает what would you recommend, то есть что бы ты посоветовал? Типичный вопрос от девушки, я уже привык. I love the set lunch. It is very tasty. What does it contain? It consists of a starter, a main course and a dessert. Okay, I will take this. Set lunch означает комплексный обед. Именно его так расхвалил Егор. Он на самом деле вкусный здесь, то есть tasty. На английском вкусный можно перевести как tasty или delicious. To contain и to consist синонимичны. Они значат состоять из или включать в себя. В данном случае комплексный обед состоял из закуски, a starter, основного блюда, a main course, и десерта, a dessert. А моя фраза I will take this в переводе значит я возьму, я закажу это. Would you like anything else? Nothing else, thank you. Maybe something to drink? Okay, just a glass of water, please. Okay, of course. Я спросил у Юли, would you like anything else? А именно, ты бы хотела что-то еще? Nothing else значит ничего больше. Something to drink называют напиток, что-то попить. А если вы хотите попросить стакан воды или сока, говорите a glass of water, juice. Did you enjoy the food? Of course, it is cooked very well. Yeah, I agree. I like this place a lot. Oh, we are running late for work. Yes, you're right. Let me ask for the bill and we'll go for the work. Вместо банального Did you like the food? Можно спросить Did you enjoy the food? Глагол to enjoy, кстати, означает наслаждаться. To be cooked very well значит быть приготовленным очень хорошо. Вы можете сделать подобный комплимент шеф-повару. Ну а когда вы уже закругляетесь и хотите просить счет, скажите официанту Can I have the bill, please? И он вам его принесет. Друзья, надеюсь, это видео было для вас полезным и вам понравился наш совместный поход в ресторан. А если так, дайте нам знать в комментариях. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. А с вами были Егор и Юля. До новых встреч! Bye-bye!